Привет, дорогие друзья! Видео снимала на проспекте Большевиков, Санкт-Петербург, дом 33. Привезли немного новинок, но покажу, что есть. Приятного вам просмотра! Осталось немного слоников по 299 рублей. Сюда также привезли лаванду в горшочках. По 299 рублей. Три расцветки. Керамические маленькие вазочки Дюна по 149 рублей. Осталось три штучки. И аромасвечи, которые называются Дали, в мятых стаканчиках. Два аромата. Привезли новую игру. Называется «Крестики и нолики». Подойдет детям от 3 лет. Я думаю, взрослым также будет очень интересно. Она на деревянном игровом поле 20 на 20 сантиметров плюс 10 деревянных фишек. Есть поле светлое, а есть поле темно-коричневое. Материал LHDF. Производитель Москва. 199 рублей. Я вчера вам показывала контейнер универсальный на 5 литров. С разделителями и забыла показать, что контейнер на 2 колесиках. Производитель Россия. И знак ложка-вилка зачеркнут. 299 рублей. Давненько не поступали в продажу. Новые кошелечки наконец-то приехали. Размер 20 на 10 сантиметров. Внутри, как видите, масса отделений. На ощупь очень приятный, похож на кожу, но, естественно, кожезаменитель. Вот такой плетеный. Есть черные, красные кошелечки, бежевые. Вот такой вариант. И цена 249 рублей. Полка универсальная, 41 на 10 и 24 сантиметра. Можно использовать на кухне, для крышек, досок разделочных и так далее. Можно для хранения обуви. Крепление присоски входит в комплект. Боковинки сделаны из полипропилена и нержавеющая сталь. 199 рублей. И подставки для обуви привезли наконец-то. Давненько также их не было. 25 на 10 и 12 сантиметров. Для экономии пространства. Два цвета, 69 рублей. Посмотрите, какие красивые коврики для ванны привезли, 40 на 60 сантиметров, с рисунком 3D. Состав резины и полиэстер. Тюльпаны. И опять тюльпаны, по-моему. И вот такой третий вариант. Очень красивые. 249 рублей. Корзинка плетеная с ручками, 22 на 16 сантиметров. Не подходит для пищевых продуктов. Есть серая с белым и есть белая с черным. 59 рублей. Носочки детские, в наборе 2 пары, 65% хлопок. Все носочки с мишками и носочки комбинированные. Везде мишки, нарисованы по-разному. Производитель Китай. 99 рублей за 2 пары. Носки женские, 80% хлопка и нейлон. Вот такие в сеточку и с красивым цветочком. Носки высокие. Я в том году покупала, относила все лето. Все с ними хорошо. Не скатывались. 59 рублей. Посмотрите, какие красивые расцветки привезли. Вновь поступили шлепанцы, панталеты, текстиль и ЭВА. Застегиваются на липучку. 399 рублей. И подвезли вот такие шлепанцы женские, сделанные из ЭВА. Две расцветки, 349 рублей. Поступили водосгоны автомобильные с пульверизатором.
сделаны из полипропилена и термопластичной резины. И посмотрите, какие красивые расцветки. Да, красивые. 133 рубля. Швабра с телескопической рукояткой 120 сантиметров и насадкой. Посмотрите, какая красивая. В горошек. Производитель Республика Беларусь. Пока цены не было. Расчески складные по 99 рублей. Также привезли щетки круглые с серебряными и золотыми вставками 149 рублей. И вот такие щетки круглые по 174,50. Опрыскиватель для волос 149 рублей. Привезли опять все расцветки. Морская соль для ванн, есть натуральная, есть с ароматом лаванды и можжевельника, 1 килограмм. Сейчас можно купить немного дешевле за 71 рубль по карте фикс прайс. Смотрите, какой чудесный островок, чего здесь только нет. Ну, подставку я вам показывала, металл и дерево, 199 рублей. Все есть, и френч-пресс, и кувшин, и кружки с пробкой. Осталась одна баночка из боросиликатного стекла с бамбуковой крышкой и ложечкой. Три сырницы. А вот наборы для специй. Тут и курочки, и кролики, или зайцы. Сделаны из керамики. 199 рублей. Здесь их очень много. Черные губки для мытья посуды, 10 штук, 99 рублей сюда также подвезли. Новые венчики с деревянной ручкой сюда также привезли. Разные расцветки, 83 рубля. Поступила очень красивая серия посуды от бренда Luminarc. Это сверхпрочное стекло. Бирюзового цвета, называется Луис. Обеденная тарелка 25 сантиметров, 149 рублей. С рисунком, с объемной, с внешней стороны. Есть большое блюдо 32 сантиметра, 299 рублей. Тарелочка суповая, рисунок с внешней стороны 20 сантиметров, 149 рублей. Салатничек 12 сантиметров. 69 рублей. Десертная тарелка 19 сантиметров, 99 рублей. Всю эту посуду изготавливают в России Гусь Хрустальный. Никаких замечаний. Сделано просто на отлично. Кружка 280 миллилитров, 87 рублей. И стаканчик 250 миллилитров стоит 79 рублей. Неоновая серия сюда также поступила. Стопочки по 39,50 и стаканчики по 55 рублей. Новые симпатичные бутылочки для воды 600 миллилитров. Ремешок находится внутри бутылочки. Производитель России 99 рублей. Вот так очень плотно закрывается. Крышка откручивается. И вот такие красивые расцветки. И синие, и бордовые, и серые. 99 рублей. Друзья, спасибо большое за внимание. А это я еду по проспекту Большевиков домой. И меня накрыла майская зима. Просто замело снегом. Но было очень холодно и одновременно очень красиво. Очень жалко цветочков, посмотрите. Надеюсь, они не погибнут. Ночью у нас заморозки до минус двух. А всего пару дней назад вот была вот такая погода, не очень холодно, но, по крайней мере, сухо. А это мы едем на Сенную площадь. Там открылось новое культурно-бытовое пространство. Называется «Сено».
Там есть такой огромный торговый центр «Пик», и вот это пространство находится за «Пиком». Так что мы едем обедать в какой-нибудь кафе или ресторан, в пространство, вот оно, сено. Друзья, я с вами прощаюсь. До завтра. Всего вам самого хорошего. Сено. И пока. Ой, как у нас холодно. Коза. Коза. Ага. Друзья, это моя Масяня так спит ночью. Это я засняла часа в 3 или в 4. Представляете, как развалилась моя хорошая.